Владимир Иванович согласится, да? Да, я согласен, конечно. Согласны? Школьные конфликты, да, и между детьми и родителями, то есть это абсолютно предмет является медиативным. Да-да, медиабельные, да, разрешаются путем медиации. Извините вас, Татьяна Николаевна, мы прервали. Вы что-то хотели добавить, да, по школьным конфликтам? Нет, уже это, все сказали. А, вы все сказали. Вам, наверное, знакома такая конфликтная ситуация? Разрешите, я сейчас покажу еще раз. Вот сейчас скорость у нас наладилась. Что вы видите? Спор школьников о музыке и уголовное преследование. Видите вот здесь на экране, да? Да, это где восьмиклассник и десятиклассник? Да, восьмиклассник нокаутировал десятиклассника. И вот вроде бы конфликт этот, причем нокаутировал за расовое оскорбление на школьной перемене. И была вызвана скорая помощь. Вот здесь врач, вы видите. После того, как скорая помощь уехала, сказав это обычный нокаут, все пройдет, конфликт на этом не прекратился, потому что вечером возникла еще, видите, здесь мама с одной стороны, мама Вера, мама Нина, но существует еще подстрекатель, подруга мамы Нины, которая сказала: «Ну разве можно быть такими простофилями? Вашему ребенку причинена травма, физическая боль, за это полагается компенсация, вот если открыть уголовный кодекс, 40 тысяч штраф за побои. А вот я тут знаю хорошего милиционера, ну или полицейского по-современному, давайте мы сделаем так, чтобы он пригласил их просто на беседу». И вот раздаются звонки через какие-то там личные каналы: «Мы вас приглашаем на беседу. Как быть?» Да? И угрожают прокуратурой. И конфликт развивается на новой стадии. Вот если вы по инициативе директора подключитесь к урегулированию этого конфликта, на что вы будете обращать внимание, уважаемые коллеги? Видите ли вы способы какого-то разумного управления этой конфликтной ситуацией? Консилиация, медиация или другое? Ну, в данном случае, скажем так, когда звучит слово «уголовный кодекс», да, в данном случае российским законом о медиации не предусмотрено. В данном случае тогда медиация. Вот это очень интересная точка зрения. Я пока воздержусь, договориться, да. Да, но если посмотреть глубже на эту ситуацию, то здесь, скажем так, происходит, в общем-то, реакция вполне оправданная и, может быть, даже где-то адекватная на обиду, да, то есть расовые, скажем так, обиды, это очень такие серьезные обиды на самом деле, вот, и мальчик, в общем-то, среагировал закономерно, вот, и когда здесь нужно пытаться, скажем так, привести стороны к пониманию того, что второй мальчик, как побитый, был не в меньшей степени виноват в этой ситуации. Вот. И он, в общем-то, вызвал такую реакцию не безосновательно. Хорошо. Владимир Иванович, применима ли медиация в уголовных делах, не связанных с тяжкими уголовными преступлениями? Как вы думаете? Я думаю, что применима. Вот в кейсе, кстати, разбирался вопрос, связанный со статьей 111, где часть 4 предусматривает, скажем, нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти, а часть 1 говорит о том, что не тяжкие, а просто увечья. Да? И в первом случае...